Так, это говор... кто это? Это кто? Да, говори. Ваша Парайкина. Любаша, мы очень рады с Лялечкой, что ты нас пригласила на этот замечательный свой юбилей. Юбилей, во-первых, замечательный еще и тем, что мы уже называемся не пятидесятники теперь, а шестидесятники почти, да? Вот, хотя мы так, год у нас, годы у нас 50-е, а мы где-то... Да, да. Вот, так что я хочу сказать, Любаш. На самом деле, мы приехали в Россию с Лялечкой, возвратились не так давно. Хорошие, приятные улыбки и вот такого человеческого обаяния, к сожалению, к огромному сожалению, не так много и часто встретишь в этой замечательной стране. Когда мы познакомились с тобой, мы поняли, вот это наш человечек. Вот это наш человечек искусства, наш человечек концертный такой вот. И кроме того, что мы вот уже подружились, и вот уже дружим где-то полтора года, да? Какая, такая у нас дружба как бы не сильно долгая, но она у нас приятная и теплая. Встречаемся мы, к сожалению, концертов не так много, встречаемся не так часто, зато когда встречаемся, всегда получаем удовольствие от общения. По большому счету. По большому счету. Я уже не говорю по большому блату. И поэтому, Люб, стихотворение, если ты ждешь, я тебе расскажу какое-нибудь стихотворение, запрещенное, рассказывать не буду. Потому что кто его знает, куда попадет этот фильм, неизвестно. Может, на странице «Поль мира», а может, еще куда-нибудь дальше. Вот. Но ты знаешь что? Я с большим удовольствием хочу поздравить тебя с этим замечательным юбилеем. Наташка не даст соврать. Юбилей очень не хороший. Дам. Не даст. Вот. И, пожалуйста, знаешь как? Лет до ста нам расти без старости. Мы тебя поздравляем, мы тебя любим. И чтобы тебе больше было сил, больше у тебя было энергии. И чтобы у тебя было больше улыбки, и чтобы у тебя было еще всего-всего больше. И будь всегда оставайся такой вот, какая ты у нас есть. Любаша. Люба, Любонька, целуем тебя в губоньки.